В 2021 году жители города Шымкент планируются обеспечить 100% качественным интернетом. Руководитель городского управления цифровизации Асет Абдраханов доложил акиму города о планах на этот год. По словам главы ведомства, в прошлом году операторами связи совместно с акиматом установлено 11 базовых станций в 16 жилых массивах, проведен анализ. В 2021 году планируется установить 14 базовых станций в отделенных жилых массивах, проложить частными инвесторами оптический кабель в 16 микрорайонах и жилых массивах города. В этом году будет создан портал государственных услуг и сервисов города Шымкент Open Шымкент. Единый портал позволяет обновлять и визуализировать данные удобства и доступность простым гражданам. Хранилище базы данных, интеграция с государственными системами, принцип одного окна и интеграция с другими цифрами, сервисами города. По словам руководителя управления, в этом году вдоль Тамерланского шоссе планируется реализовать проект умного пешеходного перехода. Этот проект необходим для безопасности жителей. То есть, когда жители будут выходить на тротуар, лазерный луч сигнализирует автомобилям. Проект в пилотном режиме будет осуществляться компанией Nurcomtel за счет собственных средств. Аким города отметил, что жизнь человека – самое большое богатство, и подчеркнул необходимость таких проектов. Планируется также цифровизация социальных сфер, внедрение QR-рейтинга врачей в поликлиниках и больницах города, запуск пилотного проекта «Умная поликлиника», проведение дистанционных экзаменов образовательных учреждений, организации онлайн-олимпиад. В целом планируется осуществлять электронный документооборот между образовательными учреждениями и управлением образования.